шкаленню шаховым. О, это чел, который все время играет. У нас случился такой не очень. 5-3, но последние две партии, я помню, его в буллет выиграл. Он все время Лондона играет. Он вообще кроме Лондона ничего никогда не играет. Дорога лежит в Казахстане? Ну, скорее... Нет, мне кажется, чем да. Что-то староиндийского типа мы получили. А как обычно, шпилят, блин, как будто это какая-то мега-теория. Может, для него это теория, действительно? Ну, давайте, ладно. Кстати, на f5, может, и f пойду вообще, и g4 потом. Буду думать. Так, ну если мне хочет пожертвовать на b5, это я приветствую. То я сразу скажу. Давайте король b1 пойду. Chyba miałem grać jednak przez a5, wiecie? Świecimy piona, co? Co wy na to? A, nie chciał. G5, że on сейчас nie будет ходить, nie chciał pinka. Да будет тяжело нам пробить. Он бьет на e2. Мы ходим h4, h5. И ферзя на h6, и мат на h7. Так, ну он нас заблочил, конечно, здесь. Нам теперь не так просто будет прорваться. Этот ход неплохой. Чтобы h4 не заиграл, не? Потому что там гонцем было 2. Можно f4, конечно, рассмотреть, ходить. Позволим себе. Такий рух. Ну как пока не хочется. Не? Да, это хороший ход, блин. Как мне сбивать этого слона дурацкого? b4, может, ну, b4 не хочу пока. Хороший ход сделал, пацан. Вау, але нам это взял. Давайте слона переведу куда-нибудь. Если побьет, я побью. Не факт, кстати, что это в мою пользу, вообще не факт. Надо уже какой-то ход был делать. Это засады, муша, бьем своего гонца. Наверное, кстати, ну давай сделал здесь. На b4, может быть, на b4 конь d7, вот дальше еще. Здесь хотя у меня план c5 появляется. Достойный. Уже нет, видимо. Мам мей пространство, więc wymiana фигур. Это окей. Не, если он g5 поставит, у него слон навсегда вне игры, мы переключимся на ферзевый, поэтому g5. Он хочет, может где-то f5 пойти, я не знаю. g5 я еще под f6 там встану. У меня как раз линия f скроется, и у меня будет пешка на f3 слабая. Ладно, давайте какие-то бесполезные рандомные ходы начинаем делать просто быстро. Может, кстати, коня на f5 кладет, вот так вот. Ну да, план туда-сюда и вин, хотя он на секундах тоже неплохо играет, в принципе. Насколько я помню. То мы готовимся к f5, чтобы сдвоиться потом уже. Кстати, может быть слон f2 идейка в какой-то момент. Я вообще жду, что он что-нибудь здесь как-то проявится, и мы его за это накажем потом.
в долгосрок. Хотя у меня вчера что-то подобное было с Рузиком. Тоже я ждал, 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 дождался и проиграл. Ну, окей, я не уверен. Может, я сам, кстати, хотел поменяться. Вообще не уверен. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, G5 здесь ход. Потом H4. Жеф, жеф. Ферзь H6. Очень опасно. Давайте G5. Мне нравится. Стефье куни E4, я на F6 там залезу. Может, кстати, вообще надо было EF пойти. И потом G5. Что нет? Ладно, по времени даем. Сейчас качество будет жестко. Нет, нет. Странно. Далее вскрываем. Ба, я вам так мало часу. Я три я забыл. Надо что ладья? А, ладья три опасно. Не, надо туда так. Что я творю, а? Яйца зробим. Уже перекатали, блин. Сейчас я занимаюсь таким типичным блюбаумом. Типичным блюбамом. Блин, какие-то идейки хотя бы минимальные есть, тут нет. Там już myślałem, że 3 go секунды gdzieś dorwę w tej оставалось, pozycji, ale блин. dobra, no remis, remis Пойти też jest E5, spoko. зачем ЦБ Ciekawa вскрывать партия. линию? Зачем? Просто ноль логики совершенно. Там jak już Ну mi выиграл на postawił na позиции слон на koniec... E8 совсем. H5 пойти, Na E5 koniec пойти. 8 булки, было мега пассивное. Прикольно, кстати, что у меня в этой Miałem позиции стал 5, прямой bałem się, że on mi tu 4, wejdzie, chciałem ale ja na miałem jednak pozycji. wejść na F4 i tam patrzeć, ale tu już było za mało czasu. Да, To здесь było я plus думаю, я 2 ферзь dla c4 niego. хожу. Бичи на B5 было бардзо Ладья дziwne, bo mi 3. otworzył wieżę w ogóle. Ладья ферзь c3. Я вот короля B4, ok. дослал на Bicie c7, od увидел, razu и все, что niepotrzebnie, я ale tu думаю, już była а, ну мне panika, хватит, 3,5 sekundy, пожалуй. skoczka mu wprowadziłem do gry, nie? O, tu zrobiłem blendera jakiegoś. Если бы B5 Bo раньше co? провел, я бы сгонял. Ну, окей. Co miałem zagrać? Согласен. Так Koło перекатал на wieżą, самом tak? деле четко. И вот один идиотский ход CB.
Zbić od razu. Prosty idiotki. No 2 Ja sekundy pierniczę. już, jakby Aha! to było jak Ten ugodnie. pionek zasuwa go, więc H3 kontroluje to pole Tak, F1. начал думать. Ojejku. Мысли пришли. И все. Тут я еще как-то Новая устоял. Новая końcówka. Я уже потерял конкретно в этом. Czy wymieniam hetmany, czy nie? Хотя Jakbym nie wymienił hetmany, to bym tego hetmana podstawił pewnie, wiecie. Koń na jakieś widełki czy coś. Напрячь по-хорошему.